Может, пойдем дальше? Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасней там? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Он должен остаться в живых. Его мать! Он убил Гюнтера! Не торопись! Окружай! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь.
справились. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Всегда есть выход. Вот. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен... должен стать воином. Я понял. Тебя так отпинаю, стрелой помчишься. Давай! Чего разлеглась? Вставай уже! Ну, пошла! Чего застряла-то? Шевелись! Пошла!
застряла-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. О! Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр-дикья-тумбар-бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Хм, ещё бы. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Другое дело. Чего нужно-то? Забыли чего? Знаешь, для нас малый рост тоже броня. А так сложнее попасть. Кто-нибудь еще?
парень! Вали кому-нибудь в морду от моего имени! Решил чего? Смотри, не спугни! Наш приятель снова прячется за деревьями! Давай, бросай свой топор! На меня найдется место? Да, не сломай мне там ничего! Приемлемо. Приемлемый успех. Знаешь, что приемлемо? Моя стойка! Ты в дерьмо наступил? Умеет твой папаша рубиться. Ты, небось, тоже так выучишься? Не уверен. Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Давайте к делу. Теперь, небось, гора с плеч. Ну что, удачной тебе резни. Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали! Прости. А, я даже не заметил. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя? Сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо.
Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Стой! Мы снова здесь! А то ведь костей там не соберете. Кажется, здесь можно пройти. Выглядит заманчиво.
справимся. Я не дам нам погибнуть. Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. О, вот это находка. Смотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка? Возможно, эти кольца должны вращаться. Кольца вращаются. Спускайся. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть!
Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Come on!
Ух ты! Вот, что написано. Норн. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Сын, сюда. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Пойдем. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое.
эти странные дохлые твари. Тут и драугры есть. Они что, сражались? За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Еще одна для коллекции. Все убиты. Смотри, он залез под колонну. Смотри, он залез под колонну. Я сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Я нашел! Атрей!
Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, на вырост. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты? И кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься.
и он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку! Гляди в оба, сын! Кошмары.
Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. Они люди и кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, вода черная. Поэтому и не касайся ее. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Там что-то есть!